Привет! Вы на канале Факра Россия. Меня зовут Алена. В этом видео мы поговорим про мансардное деревянное окно. Изготовление мансардного окна ФТПВ возможно в трех вариантах. ФТП-ВЮ4 – двухкамерный стеклопакет, заполнение газом аргон. Внешнее стекло с легко очищающимся покрытием, внутреннее с низкоэмиссионным. Также у модели имеется 4 контура уплотнения и теплая дистанционная рамка TGI. ФТП-ВЮ5 – суперэнергосберегающий двухкамерный стеклопакет Ю5. Заполнение газом криптон. Внешнее стекло закаленное, внутреннее с низкоэмиссионным покрытием. Имеется теплая дистанционная рамка TGI и 4 контура уплотнения. ФТП-ВП2 – антивандальный однокамерный стеклопакет П2. Заполнение газом аргон. Внешнее стекло закаленное, внутреннее – ламинированное. Особенность данного стеклопакета в том, что осколки не рассыпаются по помещению при повреждении стеклопакета. Также имеется теплая дистанционная рамка TGI и 4 контура уплотнения. Мансардное окно ФТПВ покрыто 3 слоями полиакрилового лака на водной основе. Модель ФТПВ изготовлена с применением системы безопасности и защиты от взлома TopSafe. Также имеется система защиты от протечек ThermoPro. Окно оборудовано автоматическим вент-клапаном V40P. Пропускная способность вент-клапана до 49 кубических метров в час. Ручка эксклюзив расположена в нижней части оконной створки и фиксируется в двух положениях микропроветривания. Для удобного и безопасного мытья створка поворачивается на 180 градусов. Гарантия на окна составляет 5 лет. При покупке вместе с комплектом XDK гарантия составляет 10 лет. Также действует бессрочная гарантия на стеклопакет и запчасти к окнам. На этом видеообзор модели ФТПВ завершен. С вами была Алена. До новых встреч. Пока!